Знаете ли вы, кто такой Олег Сенцов? А, это в тюрьме сидит. Да. Невинный, так сказать, жертва. Ни за что человек сидит. Максимум хулиганство, не знаю, там. Давно пора отпустить. Честно говоря, думаю, что чемпионат мира как-то сподвигнет в положительную сторону разрешения этого вопроса. Олег Сенцов? Да, заключенный. Что-то слышал, но не помню, кто это. Не слышал. Голодает сейчас, сидит. Как написано, это терроризм. Понятия не имею. Слышал что-то, ну да. Ну и пусть голодает, что. Он за украинскую власть, что ли? Нет, таких не жалко, потому что на Украине нету власти. Сейчас там не пойми, что происходит. Это действительно был государственный переворот, который привел к такому кровавому режиму. То есть это все американские ставники, что Порошенко, что его вся банда. Поэтому мне абсолютно не жалко. А, да, знаю. А, ну, я считаю, что его дело сфабриковано, и я считаю, что он не должен сидеть в тюрьме, что его надо освободить, желать ему там, может быть, обменять на каких-то российских военнопленных. Не знаю. Ну, как вам сказать? Мне кажется, не надо из него лепить героя. Может, что-то слышал, но не знаю. Нет, не знаю. Что-то слышал, но я далека очень от политики. У меня нет телевизора. Я серьезно. Я не смотрю телевизор, потому что это отрицательная энергетика, и вот... А все хорошее я узнаю на работе. Так нельзя, надо как-то по-другому все это решать. Людей искусства нельзя держать за стенках.